Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре новая онлайн-игра. Называется «Космическая Одиссея», где нам абсолютно без вложений дают зарабатывать денежку. Так, главная страничка, она выглядит... Что нам тут пишет? «Экономическая игра. Проект выплачивает без вложений. Это новая уникальная игра онлайн. На нашем проекте вы можете развивать свой космический город и зарабатывать на этом. Выплаты на нашем проекте производятся на Pair, карты и электронные кошельки. Нам дают бонус за регистрацию 10 рублей. И с этих 10 рублей можно начинать зарабатывать абсолютно без вложений. Здесь можно видео посмотреть. Работает 6 дней. Значит, пополнена уже, видим, такая вот сумма большая. Так, выплаты, естественно, идут. Участников более 20 тысяч человек, с учетом того, что игра работает 6 дней. Да? Ну и тут тоже также это все можно почитать. Далее здесь о проекте. Можно... Также, ну, прочесть. Если есть вопросы, можно кликнуть и написать. Далее статистика идет. История пополнений. История выплат. Так, правила, контакты, телеграм-чат. Есть телеграм-чат, естественно, я зашла. Вот оно и... Тут очень много народа, более 2000 человек в чате. И мы баним за мат. Так, попрошайничество, спам ссылок, реферал, рекламу за обман. Ну, как бы, как-то так, да? Вот. Это все можно посмотреть. То, что проект платит, и сюда выкидывают скрины выплат. Как бы это все можно. Видим, тут очень бурное такое общение. Активное, скажем так. Так, служба поддержки можно написать. Возвращаюсь на главную. Регистрация. Здесь прописываем только логин и пароль. Разгадываем капчу. Кликаем «Создать аккаунт». Далее кликаем «Войти». Также логин и пароль. Войти в аккаунт. И достижения сразу нас перебрасывают. Вот на игровая здесь у нас есть достижения. За определенные действия нам как бы будут платить денежку. Значит, пополните баланс на любую сумму и получите награду. 10 копеек, за рефералов 5 рублей. Город растет. Купите 3 улучшения для вашего города. Также 1 рубль. Первая прибыль, ну и все такое. Значит, идем в профиль. Пойдем по порядочку. Значит, здесь наша основная информация идет. Далее бонус. Я зарегистрировалась вчера. И я ничего не делала. Вот у меня на покупку 10 рублей. Как бы я даже ничего не покупала. Так. Вот. И получайте ежедневный бонус от 10 копеек до 1 рубля. На баланс, на вывод. Кликаем «Получить бонус». И мне начислили 20 копеек. Вот они, на вывод 20 копеек. Так, видим, да, здесь как бы. Далее бонус достижения я вам показала. Так как при входе сразу направлять сюда. Так, серфинг. Можно зарабатывать на серфинге также. Серфинг мы умеем все просматривать по 14 копеек, согласитесь, неплохо. Даже по 5 копеек, и то для серфинга абсолютно хорошо.
Ну давайте все по 10 секунд. Один просмотрим, да? Кликаем, нас перебрасывает на страничку, и внизу видим, да? Сейчас страничка загрузится. Должен идти таймер. Вот он, таймер идет. И сейчас мы посмотрим один. И капча. 2, 4, 6, 7. Ищем циферку. Выполнено. Все замечательно. Таким вот образом мы просматриваем серфинг. Далее идет игровая. Это у нас космический город. Не забываем, что любые инвестиции в интернет — это всегда риск. Значит, спутник, экосистема, это космический город у нас, хранилище, так, орбитальная станция, центр полета, защитный купол, живая зона, ну и все такое. Ну и здесь нам будут капать монеты. У меня, как видим, все по нулям, так как я ничего не покупала. И здесь, что у нас, спутник стоит всего 10 рублей, минимальный депозит. Далее идет, что у нас, 50 рублей, 100 рублей, потом живая зона 500, ну и так далее. Давайте, у меня на балансе есть подарочные 10 рублей, и мы купим за 10 рублей спутник. Кликаю «Купить», и в день мне будет капать 0,15 копеек за 100 рублей. И вот видим, да, пошел баланс капать. За 100 рублей, ой, за 50, извиняюсь, рублей 2,60 в день. За 100 рублей 5 рублей 40 копеек. Ну и так далее. Там по нарастающей все идет. И что? Вот у меня спутник куплен. И в день мне показывают 15 копеек. Так. С этим понятно, разобрались. А собрать прибыль? От сколька здесь у нас прибыль собирается? Сейчас посмотрим. Ага. Прибыль собралась. Ну ладно. Вот у меня на балансе 0,34 копейки. Далее что? Так, игровая вам показала. А, подождите, друзья. Ну да. Потому что здесь вроде как улучшение. Всего один. Можно любое количество покупать. Так, ладно, идем. Так. Рефералы. Находится реферальная ссылочка. Один партнер зарегистрировался у меня. Далее. Обменник. Можно переводить с баланса на вывод, чтобы не инвестировать, на баланс покупок. Переводим, например, набрали 10 рублей, обменяли, купили себе что-нибудь. Вклады здесь бессрочные. Я вчера почитала чат, пишут, что бессрочно. Далее есть также задания, можно выполнять. Значит, подпишись на телеграм-канал по 12 копеек, тут различные, так, социальные сети тоже, наверное, и по 50 копеек, как бы это все. Если кто любит такие задания, можете выполнять. Ну, безопасно здесь изменить пароль, телеграм, чат, розыгрыш. Ну, в принципе, и все. Значит, здесь вкладочка «Вывести». Кликаем. Значит, есть платежки Pair, Kiwi, банковские карты, Perfect Money, Advanced Cash. На Pair минимум от 1 рубля, но комиссия здесь, видим, 0,5%. И остальные платежки от 100 рублей. Значит, смотрите, читайте внимательно, друзья.
После того, сюда прописываем при выводе, я это все буду делать потом, когда завтра, вернее, да, я постараюсь записать видео по выводу. Значит, сюда прописываем Pair кошелек, здесь уже сумма, видите, да, по умолчанию, к зачислению. И что? Вот у меня Pair, я кликнула, да. Важно, после первого вывода реквизиты сохраняются без возможности изменения. Видите, правильные реквизиты с одного раза. Вывод от 1 рубль 20 копеек, так как считают комиссию. Вывод на карту и остальные проходят в течение полутора часа. Полтора часа. А на Pair, значит, мгновенно. Так, значит, по выводу я вам все сказала. Теперь пополнить. Да, я хочу пополнить. Значит, также видим здесь много платежек для пополнения. Я буду с Pair, и я закину сюда, рискну на 100 рублей. Значит, здесь Pair от 10 рублей. Далее вот здесь на визу 100 рублей. Фрикасса 10 рублей. Мастеркард рубли также от 100 рублей. Ну, тут посмотрите. В основном видите, да, здесь все от 100 рублей. Только биткоин 300. Киви 300. И ТРЦ-20 от 1000 рублей. Я буду на 100 рублей пополнять. Так, Pair. Видим, да? Перейти к оплате. Сейчас должно меня перекинуть на Pair. Угу. 100 рублей. Pair я выбираю. Рубли. Небольшая комиссия. Подтверждаю. Не забываем то, что любые инвестиции в интернет — это всегда риск. Я рискую своими деньгами. Вы же думайте сами. Как говорится, дело хозяйское. Так, подтверждаю. Так, окей. И что у нас тут? Так, на балансе у меня 100 рублей, как видим. Сразу тут эти мои 10 копеек, копеечки капают, да? Значит, спутник 10 рублей, экосистема 50 рублей, 2 рубля 60 копеек. Я пополнилась на 100 рублей в день, не будет выходить. Плюс 5 рублей 40 копеек в день. Кликаю «Купить». И у меня, видим, независимо можно любую, как бы, да, купить. Не по порядку. Так, и все. Вот у меня хранилище. Вот. Хранилище в день плюс 5 рублей 40 копеек. Ну, вот эти копеечки плюс еще. Вот. И начал уже быстрее, как бы, капать. Ну, в принципе, и все, что здесь еще сказать, показать. Значит, профиль показала, бонус мы собираем раз в 24 часа. Ежедневный бонус. Теперь завтра. Достижение серфинг. Работайте на серфинге. Вот. Зарабатывайте, собирайте копеечки. Ну, как-то так. Ну и все, я вам тут показала. Кому интересно, заходите, играйте, зарабатывайте. Неинтересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Завтра я запишу видео по выводу денежных средств и проверим на вывод. До новых встреч!